Торгово-развлекательный центр «Галерея 918» открылся в конце прошлого года. Уже сейчас он стал точкой притяжения видновчан. Заметны позитивные изменения, в том числе и на прилегающей к нему территории. Во время подготовки к открытию торгово-развлекательного центра застройщик озаботился о комфорте посетителей. Теперь жители и гости города могут беспрепятственно попасть от Советской улицы до ТРЦ 918 по благоустроенной территории, которая находится в Березовой роще. Здесь можно встретить прогуливающихся по мощенным дорожкам людей, причем как в светлое, так и в темное время суток, благодаря установленным столбам освещения. Удобно здесь жителям проходить даже торговый центр, на остановочку проходить вот на ту сторону. И здесь очень удобно облагоустроено, то есть отдохнуть людям. Детская площадочка, березы, природа. То есть очень хорошо. Для детей в Березовой роще оборудована современная игровая площадка. Стоит отметить, что все объекты сделаны из безопасных материалов. Прошло всего несколько месяцев после установки, а на площадке уже появились постоянные посетители. Замечательно. Была грязь, лес, а сейчас дети вон бегают, играют. Здорово. Я думаю, видно вот результат. Дети здесь, дети играют, детям нравится. Все хорошо. Нам понравилось. Интересные препятствия. Ребенок увлекся. Кроме того, руководство галереи 918 по выходным проводит развлекательные программы. На этот раз с участием любимых героев малышей – трансформеров. Вместе с роботами ребята танцевали, перетягивали канат и принимали участие в самых разных конкурсах. Мы давно никуда не выбирались и увидели в Инстаграме, что будет, и прям специально приехали. Очень нравится. В это время на первом этаже ТРЦ аниматоры также развлекали юных гостей. Дети играли, пока родители задумывались, куда им пойти – в магазин или в кинотеатр «Киноград», чтобы посмотреть новинки кинопроката. Здесь мероприятия, да, проводятся, я так поняла, и открытия, и для развития, и для деток, и для взрослых. Очень развлекательный центр. Здесь он большой, здесь можно погулять в выходные и всякое такое. Уже скоро здесь откроются все магазины, и проводить время в торгово-развлекательном центре станет не только интересно, но и удобно. Ведь многие необходимые покупки можно будет совершать, не выезжая из города. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.